Товарищи, рад всех приветствовать. Сегодня у нас первая встреча Кружка материалистической диалектики. И пояснение. Вот это издание 2017 года под редакцией Михаила Васильевича Попова является тем изданием, по которому мы будем работать в этом кружке. И Кружок любителей гегельской диалектики тоже работает по этому изданию. Потому что изданий довольно-таки много. У нас будут ссылки на страницы, и ссылки на страницы будут вот этого издания. Дома можно работать с чем угодно, с любым, какое есть. Единственное, что это издание, эта книга, она постепенно вычитывается, и в ней делаются какие-то замечания. Да? Недавно одно из них мы вот наблюдали, Михаил Васильевич присылал в почту. А в тех изданиях они неправильно где-то печатают. И по моему личному наблюдению, у меня до этого другое издание было, там в одном месте нету глагола, нету частицы «не». То есть вместо отрицания в тексте получается как бы утверждение. Это, для такой вещи, как диалектика, это критично. Вот. Ну и опять-таки тут есть такое выражение «книги мои рабы», поэтому надо это дело штудировать. Штудировать как? Вот я сижу с карандашом, когда читаю, и где-то там какие-то пометочки делаю. Вот. Поэтому можно смело брать себе экземпляр, если его нет. Хорошо. И работать с ним там, да. Ну и, соответственно, на кружок приходить как бы с тем, с чем мы работаем, то есть с рабочей книжкой. Но теперь о том, что хотел сказать вначале. Значит, некая предыстория того, почему мы, когда я говорю мы, я имею в виду вот всех присутствующих, да, решили собрать вот такой кружок и начать в нем работать. Значит, вообще работа по изучению диалектики под руководством Михаила Васильевича Попова, в том вот виде, в котором оно есть сейчас, а именно кружка любителей гегелевской диалектики, существует уже, насколько я знаю, 10 лет точно. За эти 10 лет в кружке прочитали науку логики от начала до конца, кто-то не один раз. Вот, и уже перешли к материалистическому истолкованию науки логики, вплоть до того, что сейчас уже на занятиях Красного университета идет разговор о том, что вот вы начинаете читать науку логики, да, считаете, что то, что вы читаете, то, о чем вы читаете, это материя. То есть уже разговор не о том, как бы вот нам было что-то преобразовать, так чтобы это звучало материалистически, а просто установка, что это и есть материализм. Ну вот в таком вот предшествующем виде просто надо читать эту книгу с точки зрения того, что это идет развитие материи. То есть материя как чистое бытие, материя как чистое ничто, материя как становление и так далее. Вот все движение категорий трактуется как развитие материи. Я думаю, что в первом томе, вот в объективной логике, а тем более, если говорить в учении о бытии, это сделать вообще несложно. Там как бы вот все сферы бытия, все виды бытия, то есть, как сейчас трактуется, все виды материи. То есть как материя предстает в том или ином виде. То есть с этой стороны, со стороны чистого бытия, с обратной стороны, со стороны чистого ничто, потом как их единство, как становление и так далее, тому подобное. Я думаю, что это не так сложно, но, наверное, к этому надо привыкнуть. Возвращаясь к предыстории. Значит, вот кружок существует больше 10 лет. Вот здесь вот у нас в архивах находили записи, датированные там 90-ми годами. И там примерно то же самое, что вот присутствует в пособиях по изучению. То есть, что начало – это чистое бытие, далее чистое ничто, становление, снятие этого становления, наличное бытие, то есть и пометки о том, что там всем и каждому читать науку логики, штудировать, разбираться, трактовать материалистически. То есть в том виде, в котором существует кружок любителей гегельской диалектики, Это изучение длится вот 10 лет, ну, там больше 10 лет, да. Но это не значит, что это началось 10 лет. До этого были другие кружки с другими участниками. И восходит эта традиция, и это вот следующий момент, о котором я хотел сказать, к тем занятиям, которые проводились Михаилом Васильевичем Поповым совместно с Игорем Константиновичем Смирновым, который по результатам их встреч написал книгу, называется она «Метод исследования экономического движения капитализма в капитале Карла Маркса». А Михаил Васильевич впоследствии этого изучения написал свою монографию «Планомерное разрешение противоречий социализма как первой фазы коммунизма». И все вместе, вот и первая и вторая книга издавалась, и первое и второе произведение издавалось под названием «Диалектика капитализма и социализма». Здесь надо сделать одно важное замечание. Вот та форма, в которой они проводили эти встречи, является той формой, в которой диалектика усваивается, ну, наиболее лучшим образом. Что это за форма? То есть каждый член кружка пытается на занятиях по диалектике выводить категории. И я бы хотел, чтобы занятия строились не как лекции, хотя как бы это одно другого не исключает, не как лекции в чистом виде, а как все-таки некие занятия в такой форме, что там член кружка берет там с какого-то места, с какого ему удобно, и пытается вывести следующую категорию. Вот, поэтому для этого нужна книга. То есть ее надо читать, ее надо штудировать, возвращаться постоянно к ней и стараться к следующему заданию, к следующему занятию не только прочитать то, что там, ну, условно будет задано, да, потому что мы будем определять тему следующего занятия на предыдущем, а и пытаться как-то это еще вывести. Ну или, по крайней мере, делать эти попытки. Понятное дело, что не сразу, потому что дело сложное и непривычное, но пробовать это надо. Это как бы такая вот эффективная форма, в которой надо изучать диалектику. Значит, что касается второго принципа, вот этого первый такой, второго принципа изучения диалектики. Эту вещь надо штудировать. И что такое штудировать? Это возвращаться назад, перечитывать непонятные места, делать пометки, может быть, забегать немножечко вперед. Вот это значит штудировать, то есть такая транскрипция немецкого или русского слова «студент». Кто такой студент? Это учащийся, то есть штадия. Штудировать, изучать, возвращаться, перечитывать, пересматривать. Так, это вот то, что касается предыстории изучения диалектики. Значит, я вот на своем опыте много видел попыток разнообразных товарищей как-то инициировать создание новых кружков по диалектике и пытаться изучать это. Ну, скажу честно, особо таких результативных попыток, вот именно что касается диалектики, я не наблюдаю. То есть есть кружки там по капиталу отдельно взятые, есть кружки по каким-то другим философским дисциплинам, скажем, там даже местами около марксистским и не совсем марксистским, но такого, чтобы систематически изучать диалектику, вот, и чтобы это было видно, чтобы все это видели, признавали и тем более считались, ну, кроме кружка любителей гегельской диалектики, я думаю, что и нету. Ну, то есть в рамках общего движения есть, предположим, кружок в Москве, я точно знаю, что товарищи встречаются и изучают диалектику, и, ну, там она, ну, насколько я могу судить, она там больше в виде лекций. Хотя могу и ошибаться, я, может, еще не все посмотрел. Вот существует кружок Михаила Васильевича Попова, на который тоже, естественно, рекомендуется ходить, потому что то, что будем делать мы, это находится как бы в общих границах, да, но у Михаила Васильевича есть как бы то, чего нет у нас, это большое подпреподавание, да, и как бы опыт во всем остальном того, чего мы пока еще не наработали. Я же со своей стороны, вот в том кружке, который мы представляем, ну, буду пытаться проделать какую-то работу и прошу товарищей тоже в этом помогать по тому, чтобы материалистически истолковывать диалектику Гегеля. Понятное дело, что равняться надо на старших, но удастся ли с ними сравниться, это вопрос весьма открытый. Ну, будем, по крайней мере, к этому стремиться. Ну и в конце концов, когда вот мы, скажем так, все вместе собрались, да, с кем-то лично мы разговаривали, да, где-то вместе общались, всегда как бы возникала такая мысль, как бы, а не сделать ли свой кружок. Вот. То есть как бы было понимание, что ну, надо как-то встречаться, изучать там, да, науку логики. И вот мы часто вот с Вячеславом Михайловичем разговаривали и все думали, как бы вот все это дело начать. Вот. И в конце концов идти нам, в общем-то, особо некуда. Пошли мы к Михаилу Васильевичу Попову. За благословением. Ну, да, и в этом смысле тоже он нас благословил. Вот. И говорим, что хотим делать кружок, вот как бы, что бы нам не сделать кружок? Он говорит, да, надо делать кружок. Только, насколько я помню, нам сказали, нам было сказано, что начинать надо не с чистого бытия, поскольку все это уже пройдено. А я повторяю, то есть это изучение, это оно идет уже очень давно, там, ну, по крайней мере, из тех источников, которые у нас рукописные есть, там, ну, с начала 90-х. И, соответственно, на вопрос, а с чего тогда начинать, ну вот, есть материалистическое трактование учения понятий. Ну вот, дескать, понятия и начинайте. Вот. Но это мы вот чуть подальше обсудим. С чего бы нам, собственно, начать? Я хотел бы вот тоже у всех членов кружка спросить. Мы предварительно как бы разговаривали об этом, да, раньше. Но с чего бы вот нам вообще начать? С какого места из науки логики нам начать? Понятное дело, что хочется начать с чистого бытия, но забегая вперед, я скажу, что это будет немножечко не так. Хотя, когда мы будем заниматься, тоже как бы один из таких моментов, мы всегда можем договориться на следующем занятии, обсудить какой-то момент, который непонятен. Ну, там, условно говоря, там, кто-то там у нас в количестве сидит, разбирает количество, кто-то занимается вот капиталом, капитал много читает, да, кто-то вообще в практическом поле все это использует и практически не замечен в обучении, а кто-то совсем молод, только что пришел там, и вообще ничего не знаю, посижу, послушаю. Вот. Поэтому как бы не возбраняется задавать какие-то вопросы и подкидывать идеи, чтобы нам вот обсудить какие-то моменты. Тем более, что в принципе это вот на КЛГД это тоже практикуется. Почему кружок материалистической диалектики? Хотелось бы, так сказать, обратиться к самым началам и напомнить слова Ленина о том, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. И что по Энгельсу Гегель – это поставленный на голову материализм. Соответственно, что надо сделать? Надо этот материализм обратно поставить на ноги и читать это материалистически. Ну, как это делается сейчас, я уже сказал. Считаем, что начало чистое бытие – это материя, и все остальное движение – это движение развития материи. Значит, известно выражение Михаила Васильевича Попова следующего характера. Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять перед натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики, и, опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. То есть еще раз сказано о том, что диалектику Гегеля надо материалистически истолковывать и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Можно еще вспомнить слова Владимира Ильича Ленина, которые сказаны в работе о значении воинствующего материализма, которая находится вот в этой книге. Тоже как бы не просто так эта работа сюда поставлена. При подготовке и редакции этого издания, как говорит Михаил Васильевич, убрал все ненужное и поставил сюда работу Ленина. Что вот здесь можно отметить? Без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Ну, вроде бы как пророческие слова, то есть не было философского обоснования естественным наукам, не изучали науку логики, буржуазия восстановила свою власть, и произошла реставрация капитализма в России. Много ли мы знаем диалектиков, тем более практикующих диалектиков, в истории советской школы после Владимира Ильича Ленина? Ну, наверное, кроме Сталина, который вроде как диалектику по науке логики не изучал, но тем не менее был учеником Ленина и очень много практиковал, занимался строительством социалистического государства, организовывал производство, организовывал рабочий класс вместе с партией, победили фашизм. Много было задач, наверное, не всегда находилось время для того, чтобы там взять книгу и почитать. Что, кстати, выгодно отличает нынешнее положение дела. У нас вроде как капитализм, да, ну, спокойно сиди себе, читай, изучай, никто никого не гоняет. Можно вот помещение есть, свет есть, все условия созданы, только дело за малым. Сотрудники журнала под знаменем марксизма должны организовывать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения. Ну, это обращение к редакции журнала под знаменем марксизма, который начинался издавать после того, как рабочий класс в России завоевал власть. Ну, мы здесь можем заменить там название под знаменем марксизма обращением, ну, к нам в том числе, что должны организовывать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения. В этом отношении, ну, выполняем завет Владимира Ильича так, как можем, и будем стараться делать это систематически. Опираясь на то, как применял Маркс материалистическую понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Ну, то есть разговор о том же, что берем диалектику, материалистически ее истолковываем, приводим примеры. Ну, все мы знаем, что очень много людей просят каких-либо примеров. Ну, вот я на своем опыте написания там небольших заметок какие-то выдумываю, как мне кажется, еще пока нигде не использованные. Ну, я думаю, что если думать не одному, а всем вместе, нам такие примеры можно еще найти. Еще раз, в чем примеры? В жизни? В жизни, в реальной жизни. Как вот материалистически истолковывать ту иную категорию? И какие можно взять примеры? Ну, примеры, допустим, из работы имеется в виду, можно даже. Правильно? Взаимоотношения людей там. Ну, естественно, взаимоотношения людей – это общественные отношения, общественная форма материи. Не, ну, допустим, вот если рабочие, ты можно же, да, говорить? Да, конечно, конечно. Если рабочие, допустим, на работе отношения хорошие с коллегами, но он не работает, можно ли его считать, допустим, хорошим человеком? Когда он своим поведением сбивает расценки и разлагает дисциплину. Но отношения у него хорошие. С кем? С коллегами. Ну, почему у него отношения хорошие с коллегами? Ну, потому что рубаха парень. Но при этом безалаберно относится к работе. И он своей плохой работой сбивает расценки, допустим, не 400 рублей там в час могло быть, а 800. Но за счет вот таких рубаха парней закладывают в расценки потери за счет них. Пацаны разговаривают, что он хороший парень, как жалко, что его уволили. Я говорю, если мы большую часть жизни находимся на работе, это, грубо говоря, мы же здесь живем. Если он плохо относится к работе, значит и к жизни плохо относится, и, соответственно, безответственно. Там, сям, и говорю, как можно его хорошим человеком назвать, если он вашу жизнь под откос пускает? С моей точки зрения, я бы трактовал это как соотношение категории определения и характера. То есть вроде бы человек хороший по определению, но по характеру его действия плохие, деструктивные. Тогда возникает вопрос. Наоборот, по характеру хороший, а по определению плохой, нет? Я думаю. Можно, наверное, и так сказать. И получается, что он действует плохо. Большую часть жизни он действует плохо. Значит, хороший он человек? Рубаха ли этот парень? Для меня нет. Потому что он не только свою жизнь губит, еще чужую жизнь тоже под откос пускает. Это пример. Я говорю, это у нас шла беседа на работе такая. Замечательный пример, да. Далее цитирую. Группа редакторов и сотрудников журнала под знаменем марксизма должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Современные естествоиспытатели найдут, если сумеют искать и если мы научимся помогать им, в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых сбиваются в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды. Разговор о том, что, используя диалектику Гегеля, можно ответить на ряд философских вопросов, в том числе и в естественных науках. Материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щегельское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. То есть, если не изучать диалектику, то весь этот материализм, каким бы он ни был, прогрессивным, он будет сражаемым, а не сражающимся. То есть в этом отношении диалектика заостряет. Можно? Да. Я немножко не так, может, понял. Я понял, что если изучать, но не использовать, тогда он будет не сражающимся, а сражающим. В том числе и это. Если изучать, но не использовать, это получится. Но это еще не марксизм, скажем так. Потому что задача стоит не в описании мира, а в его преобразовании. Поэтому мы можем описывать мир, но если мы не будем использовать это на практике, Ну, я вот с практической точки зрения изучения материализма это понял, вот эти строки. Ну, тоже мне кажется, невозможно его сказать, что я изучаю, но не применяю. Почему? Если ты не применяешь, то же самое хотел сказать. Читать можно. Если ты не применяешь, то значит ты не понял. Потому что именно применение входит в обучение. Когда теория, получается, то, что применяется на практике, а практика – это примененная теория. Нет, есть понятие современное, когда читаешь много информации и не используешь ее. Но ты же изучаешь ее, но не применяешь. Ну, так, как бы эрудированно. Диалектики это не подходит. Потому что само введение это и есть практика. Владеть. Те инструменты, которые тебе дает диалектика, ты потом на практике применяешь. Ну, то есть... Не, но оно само потом, возможно, оно само потом и автоматом все выходит. Ну да. Так если бы это была бы не истинная какая-то история, то тогда ты можешь там витать где-то. И вообще как понять, что человек изучил? Он должен это проявить как-то? Ну, что значит понятие истины? Есть... Нет, понять другим людям, что... Ну вообще, вот, про человека сказать можно, что он изучил, только когда он... Нет, ну ты же не сможешь сказать, что он изучил, если ты не изучил. Ты же не поймешь. Это другой вопрос. Изучил я или нет. Ну, я имею в виду изучить без применения, так чтобы это вовне как-то проявлялось. А, ну невозможно. Да, это невозможно. Да. Ну вот я когда готовился к встрече, пересматривал такие, скажем, самые первые там выпуски кружка любителей гегельской диалектики. Михаил Васильевич Попов. Вот я не помню, какое это занятие, первое было, второе или третье, он приводил такой пример, что вот среди диалектиков, тех, кого он знает, есть некто Леньков, который изучал диалектику, разбирался в ней, но нигде ее никогда не применял, уехал там в какую-то деревню и, в общем, как бы нет человека. Ну, может, это и заключается в том, что он... Познав диалектику, понял, что ему надо в деревне. Значит, он не познал диалектику, получается. Преобразовывает мир. То есть разговор о том, что можно много чего изучать, и вот я когда говорил о разнообразных попытках начать изучение в кружках, я знаю, что сейчас есть там группа кружков, которые как бы, ну, они изучают, да, там всячески диалектику тоже, но они ее нигде не применяют. То есть, как бы, никаких свидетельств о том, что она где-то применена, нету. То есть, ну да, люди встречаются там во всяких там ВКонтактах, в Дискордах, дают задания, там они читают, что-то рассказывают. Ну, нигде они их не применяют. Какие они могут задания давать, если не применяют? Свидетельство канарейки. Ну как, вот этот, есть руководитель кружка, даст тебе задание прочитать, там, вот, с 1 по 17 страницу и пересказывать. Ну, ты же тоже можешь сказать, что там... Повтори то, что Михаил Васильевич говорит про какие-то категории. Ты же знаешь, что ты понимаешь эти категории. То есть то, что, например, в КЛГД, например, разъясняется там переходы какие-то, это там, не знаю, ключевые какие-то моменты. У тебя же наука логика не состоит, что бытие это. Бытие есть, следующее. Переворачиваем страницу. Нет, у тебя есть не только то, почему это так, но и почему не может быть никак иначе. И он дает какие-то структурированные варианты того, что могло бы быть в начале, например, там я, там или ничто, или что-то еще. А и каждый, мне кажется, человек изучает, ну, лично, у него есть какие-то представления, и он должен самостоятельно эти представления все, не знаю, перещелкать, очистить до того, как у него появляется понимание. А сидеть и говорить, что, я не знаю, вот кто рассказывал, я, например, изучаю там диалектику по краткому содержанию Михаила Васильевича. Или там диалектика за 15 минут. Или там диалектика по-пацански. Если католик. Ну, то есть, как бы, даже это вещи, то, что ты будешь что-то там повторять, может, даже правильные вещи, не знаешь, что ты это изучаешь. Как и, мне кажется, собственно, и было в, я не знаю, в Советском Союзе, когда «Капитал», когда ты вроде бы как-то в этом что-то там заучиваешь какие-то вещи там. Ну, как, наверное, Михаил Васильевич же говорил, он записал все какие-то основные моменты, но выведения никакого не было. То есть вот именно, мне кажется, тут имеется в виду повторение от выведения. Потому что если ты не понял, ты не можешь вывести, И когда тебе зададут какие-то вопросы, типа, а почему там не бытие, а не ничто, или там почему-то это так, то человек сразу видно, что он поплывет. Но несмотря на то, что он может сказать, что вот бытие есть, типа чистое, и все. И несмотря на то, что это правильно, у него все равно может там где-то сидеть, не знаю, может это всего лишь теория, или там это всего лишь там один взгляд. Это аксиоматика. Так, там. Ну а в чем вот... Не, я говорю, что применительно к тем людям, которым ты говоришь, что они изучают, но не применяют, мне кажется, они не изучают, поэтому они не применяют. А всего лишь, ну, грубо говоря, ну, слова. Когда я говорю, что изучают, то есть они говорят, что они изучают. Поэтому-то, собственно, когда вот разговор был о предыстории, я говорю, что я знаю такие кружки, которые начинались, но они ничем не заканчивались, в том плане, что да, идет повторение. Да, мы вроде как изучаем, но нигде это не применяем, свидетельств никаких нету. Ну, скажем так... Ну, они ничем не заканчивались или заканчивались ничем? Это же диалектика. Можно я тоже слово возьму? У меня есть мысль такая, что когда человек задает вопрос, а как мне применять это на практике, на самом деле он уже на практике все это применяет всю свою жизнь. Когда занимается какими-то вещами, которые находятся в движении, ну не знаю, развитием там, того же своего там, интеллекта, да, в школе. Вот ты в движении находишься, ты занимаешься. По методу, который учителя тебе дают. Ты можешь не осознавать это. Менять конкретную категорию, да. И чем это может быть полезно. Да, вот то, что Константин сказал, мне просто на мысль навело, да, что у человека есть какие-то представления, у человека уже понятиями обладает, он ими пользуется на практике. Просто он не знает, может быть, что такое понятие. Там. Вот. Это как, по-моему, как раз же в предисловии написано, да, у Гегеля, что известное еще не есть познанное. Все мы знаем, что мы пользуемся понятиями. А что такое понятие? А вот если ты будешь изучать, ты поймешь, что такое понятие. То есть практика на самом деле впереди стоит. Впереди чего? Ну, впереди теории. Теория из практики берется. Она не впереди, она первична, наверное. Ну да. Я бы не сказал, что что-то впереди. Это единственное. Но есть понятие такое, абсолютная идея. Единство идеи познания и преобразования. Оно едино, но практика в основе. Нет. Не обязательно. А как? Хотя взять палку в руки – это мысль все-таки, правильно? То есть, наверное, должна была какая-то у обезьяны. Вот, да, нет, вот смотри, вот если взять палку в руки, вот если взять палку в руки для того, чтобы достать банан, вот это мысль. Да. А взять палку в руки или чтобы почесать спину – это мысль. А взять палку в руки – это рефлекс. Это, ну, то есть... Нет, для этого как минимум должна быть палка и должны быть руки. Нет, можно даже по-другому. Взять рефлекторно палку в руки, махнуть, сбить банан и подумать, что нифига можно как использовать. Вот Михаил Васильевич говорит, что это единство должно быть. Что это не просто ты подумал и все. Что-то должно произойти. Ты подумал и сделал. Тогда это получается вот это единство. Теория позволяет тебе меньше заниматься практикой, более эффективно ее использовать. Может быть, задача и состоит в том, чтобы практику с теорией совместить. И вот это главная задача, нет? А то мы можем и практикой заниматься, и теорией заниматься, а толку никакого. Ну, как ты себе представляешь, вот одно без другого? Вообще, в принципе, вот может возникнуть такая мысль, но вот... Если ты ставишь перед собой какие-то задачи по образованию мира, дескать, буду вот только практиковаться. И не посмотрю даже, что там написали, ну подумаешь, написали. Не, ну, да, мы не можем, допустим, вот бывает такое, что вот я опять пример из рабочего примера, то есть возьму. Нам задачу поставили четверым, 2 бухты кабеля отнести на 2-й ярус через несколько помещений. А они каждая весит по 150 килограмм. Трое спрашивают, каким образом мы потащим. А нам бы ответ, ну 150 разделить на 4, это будет меньше, чем по 40 килограмм на человека. Так что унесете. Я говорю, и ушел. Этот руководитель. Стоят, ноют. Я говорю, Давайте, говорю, разбухтуем этот кабель и просто вчетвером его перетянем через все помещения. И там, говорю, разбухтуем, да. Все, так и сделали. И никаких усилий почти что не приложили. А если бы были бы практиками, то есть стояли бы, потели, пытались они бы схватили и понесли. Да. Ну, я это уверяю вас, так и было бы, потому что я их остановил просто вовремя. Конечно. Ну, ты просто знаешь, что кабель. Мне кажется, тут ни при чем практики, не практики. У практиков тоже много понимания как есть. Змею там где угодно. Мы же правильно сказали. Я между прочим, не утверждал того, что практика от теории отдельно. Да. Просто эта теория стихийная, так скажем. Складываются в голове какие-то представления. Вот правильное слово представление. То есть это не совсем еще теория, это просто набор как бы. Ну, разрозненных знаний каких-то, да, знаний, полученных где-то там, да, каких-то обрывки старых курсов. Не систематизированных. Не систематизированных, да. Соответственно, просто... начинается этот набор знаний с практикой. Вот родился человек, он там раз, там чайник случайно дотронулся, ага, горячий, обжегся. Да. У него, наверное, в голове что-то там возникло. Он Приведу тебе другой пример, вот с чайником. Вот мама говорит, не трогай, чайник горячий. У тебя знания есть? Есть. А практика? А потрогал? Точно, горячий. У тебя есть и знания, и практика. Ну как ты, я что сказал? Это информация, это еще не значит. Ну, начинается. Как мама-то знает, что это можно сказать, что это практика всего человечества. Истину от... Так да. Так вот, и тогда мы не говорим об индивидуальной только практике. И тогда мы приходим, вот если это практика всего человечества, тогда мы приходим к чему? Что человек... Исходным пунктом-то является что? Индивиды, производящие в обществе, да? Сначала идет материализм. То есть сначала мы как бы... Сначала человечество достигло того этапа развития, когда из общества выделились люди, у которых появилось свободное время, достигнутое всеобщими усилиями, которые начали осмыслять вообще то, что вот происходит. Появились там вот шаманы, да, потом дальше там религия, описание, философия и так далее и тому подобное. Но мы-то сейчас уже находимся на каком этапе развития, когда у нас там уже сколько... Весь предшествующий опыт философский, он уже здесь описан, и нам с тобой не надо там ни Аристотеля читать, ни Спиноза, ни Фихте, ни даже Канта уже не надо читать, тем более там кого-то другого поменьше. Читаем Гегеля, ну как бы и опираемся на то, что вот написано, да? Он же тоже каким-то образом этого достиг. Ну, он достиг это как, опираясь на все предыдущие завоевания человечества в материальной сфере. Поэтому, когда рабочий на работе разматывает эту бухту, он же не просто так разматывает эту бухту, что мысль эта пришла. Он же учился, потому у него там было ПТУ, там еще какие-то учебные заведения, да. Ну, я не говорю про вышку, да. Здравый смысл, наконец. Он узнает, он уже как бы этот кабель видит там, ну, грубо говоря, не первый раз. Он понимает, как это работает, да. И берет это уже как бы не практикой, то есть, что вот я сейчас своей спиной тут задачу решу. А он подумал. Но перед этим-то, как он подумал, его же обучили тому, как там правильно болты затягивать. Вот как на меня бригадир орал, я встаю в котловане по колено в грязи, муфту тяну, а он мне кричит, крест-накрест тяни. Я вот, когда он мне это кричал, я не знал этого. Но как бы я знание получил, я тяну крест-накрест. Он меня как бы вылаживает, и он мне объясняет, что если ты крест-накрест тянешь, равномерно сжимается муфта. Все, теперь я знаю, теперь каждый, все болты, которые я тяну крест-накрест. Вот все, знание это у меня есть. А не так, что, знаешь, я пришел первый раз там, в шиномонтаж, там, откручиваю колесо, а там как-нибудь там, вот так, нет, я уже знаю, как надо крутить. Поэтому вопрос о том, что первично, как бы, практика или теория, ну, они взаимосвязаны. Ты получаешь какую-то базовую теорию о том, что чайник горячий, а потом проверяешь это на практике. Да, горячий. Это разные вопросы. Это как вопрос о том, что первично, материя или идея. Материя первична, но они связаны. Да. Это два разных факта, как бы, два разных утверждения. Так что я не согласен с утверждением, что практика не является первичной относительно теории. Совершенное действие первичное, я думаю. Действительно, мысль взять палку в руки, сбить банан не может возникнуть, если ты не увидел, как палка сбивает банан. Ты говоришь, случайно. В чем разница? Да, в чем мысль, когда у тебя какая-то есть, и ты ее отрефлексировал, тогда это можно уже сказать теорию. Да, да. А безразборные действия, то есть целесообразная деятельность, когда она появляется, то это вот и есть, что у тебя цель теории, и вместе с практикой, с действиями, то есть с... теория вместе с практикой. Мы все вот эти вот вещи, почему мы их изучаем, почему так тяжело, потому что они даются, нужно все время рассматривать по одному. То есть, типа у нас там два уха, там всего остального, это 360. Ты не можешь 360 отхватить взгляд. Ты должен с одной стороны посмотреть, потом с другой. А потом идут у нас категории, которые, несмотря на то, что мы начинаем рассматривать, например, с теории или заканчиваем практикой, истина в том, что брать их вместе, они нету, где нету, что что-то начинается, а что-то заканчивается. Не, ну это понятно. Так вот, я тебе говорю, когда ты начинаешь искать, где начало, где конец, ты не понимаешь, что это за вид категорий. А именно те категории, которые, несмотря на то, что мы, исходя из наших особенностей сознания, можем только по одному что-то брать, мы и берем, что сначала с одного, потом с другого. То есть мы можем начать с практики хорошо и выйти в теорию, но теория, это не значит, что они типа кто-то выше другой. Не, ну это я здесь я соглашусь. Ну, наверное, так и надо это понимать. Хорошо, а что тогда, если материя и идея? Они не едины, они не связаны, они друг на друга никак не влияют. Ну, почему тогда мы считаем, что материя первична? Ну, человек не считает, потому что развилась. Потому что материалисты. Потому что материя развилась до такой. Потому что человека еще не было, а материя это была. Примерно как Михаил Васильевич рассказывал про труд рабочих и интеллигентов, типа чей труд важнее. Он говорит, вы хватит этими вещами заниматься, важен именно единство этих двух трудов, а не говорить, сидеть, то вот я рабочий, я стал такой офигенный, или я там интеллигентный такой офигенный. Здесь, мне кажется, Гриша немножко другой вопрос ставит. То есть, почему? Вот в предыдущем примере мы рассматривали именно, что нет первичной между практикой и теорией, да, они как бы вот как диалектическая пара, они просто переливаются друг друга. А Гриша приводит контрпример, что тогда такой подход перехода не работает с материей и идеей, потому что материя, очевидно, первична была раньше. То есть как будто бы вот у этого клубка есть начало, а у другого клубка начала нет. Тут надо зафиксировать, что нет никакого другого клубка. То есть другого клубка нету. То есть здесь только один. Начинается все с материи. Да. С материи начинается. Целесообразная деятельность – это деятельность человека все-таки. Вот материя достигла своей высшей точки человека, да? Человека есть. Человек отразил сознание. Эту материю. Вообще отражение свойства вообще материи. Все отражает. Все отражает. Ну, не только человек отражает так. Не, просто человек. Сознание есть не только человек. Но он отразил эту материю и еще осознал, что он эту материю отразил. И не только осознал, что он ее отразил, а еще и научился ее преобразовывать через то, что он ее осознал. И увидел он, что это хорошо. Это как бы шутки-прибаутки, но... А как это по-другому понимать? Вот если... Какой другой клубок-то может быть? Вот если мы говорим такими терминами. Смысл в том, что ты... Может, сколько угодно вот этот весь субъективный идеализм, как угодно его рассматривать. Но он на практике не применил, а это применил. Так если это идеализм, то как можно переспорить идеалиста и попытаться... Так вот я тебе говорю, это и есть тот вот этот вот способ того, что, наверное, невозможно доказать, что именно прям материя у нас первична в том смысле, что... что весь идеализм неправильный. То есть ты вот будешь сидеть и доказывать каким-то вот идеалистам какие-то вещи, и почему это, грубо говоря, дурная бесконечность, потому что ты вот в этих вот вариантах утонешь. И почему, вот, например, говорят, почему там нельзя вместо начала небытие, там, я не знаю, собаку, или почему не взять, там, например, математику или всякое такое. То есть вариантов бесконечно много каких-то конкретных, конструктивных вариантов, их мало. Вот я попробую объяснить вот этот момент так, как я его понимаю. Почему у тебя не получится взять за начало ничего другого, кроме чистого бытия. Потому что для того, чтобы с чего-то начать, надо понять, есть оно или нет. Единственное, что я не понял, в чем разница все-таки между практикой и действием, есть ли она? Ну да, замечание, что есть практика, да, практика и действие. Нет, я думаю, что мое личное мнение, что если ты практика какая-то произошла, и ты ее осмыслил, то это действие, которое осмыслил, это практика. Ладно. Предлагаю пока приостановить это обсуждение, иначе мы скатимся сейчас. Да, товарищи, на самом деле хочу сказать, что довольно быстро все пошло не по тому плану, который был задуман изначально, но тем не менее получилось очень интересно. По крайней мере, чем? Тем, что все включены в это обсуждение, что это как бы не просто так, не лекция, а мы вот по этому поводу поговорили. Я предлагаю на такие вопросы попробовать найти ответ самостоятельно. Но со своей стороны скажу, что надо как бы изучать теорию и уже в процессе изучения понимать, почему оно именно так, а не как по-другому. Потому что мы все находимся на разных этапах. И, наверное, я опять вспоминаю Михаила Васильевича, он бы нам быстренько здесь и довольно жестко всем бы объяснил, что это не так, это не эдак, сюда вообще не ходи, вот тебе книжка, изучай науку логики. Вот. Хотелось бы вернуться, с вашего позволения, к тому плану, который был у меня продуман, который мы благополучно немножечко поменяли в ходе обсуждения, и задаться вообще таким вопросом. А с чего мы будем начинать наше изучение в нашем кружке? Вот такой бы вопрос хотелось поставить и услышать на него какие-то соображения. Ну, то есть, с чего начать? Можно? Да, да. По моей вот практике, вот, когда вот я, я общаюсь насчет науки логики, в основном всякие непонятки возникают на уровне категории определения и в нем бытия. То есть, как будто бы часто, наверное, в том числе, люди путаются в категории в нем бытия, то есть на определение. Вот с Гришем как раз недавно обсуждали тему определения и к общему месту так и не пришли. Вот поэтому как будто бы вот до этого как будто бы всем обычно все понятно. Вот поэтому у меня вот такое, возможно, субъективное. Так. Как она называется, чистая книга, поэтому мнений у меня нет пока что. Так. Вячеслав Михайлович. Можно с днем бытия начать? Возможно, можно и раньше, до более ранних категорий. То есть просто это зависит от того, что, на какой категории сейчас находится. А там по необходимости. Тут как раз все есть уже на этом этапе. Все равно все придется применять там, и качество. Ну и замечательно. Так, Григорий. Насколько я понимаю, в целом все равно с чего начинать изучать. Потому что все категории как бы содержат в себе предыдущие и следующие. Начало – это не развернутый результат. Результат развернуто начало. То есть, как бы, какую точку не ворвись, везде ты как бы будешь иметь все сразу. Вот. Но лично для меня как бы наиболее таким сложным материалом оказывается материал о сущности, в сфере сущности. Я бы, наверное, с этого начал. Потому что трудно понимать вот эти все рефлективные пары. Для меня. Это уже субъективно. Так, Константин. Я считаю, что из-за того, что у нас у всех разный уровень того, где мы находимся в плане изучения, мое, не мнение, а я считаю, вполне могу доказать, что вся книжка, она требует переформатирования. Я считаю, что кучу вещей нужно либо уносить за скобки, либо вообще удалять оттуда, потому что этого слишком много, и люди просто бросают, не вообще не разобравшись. Поэтому из-за того, что вот как раз ты мне тогда сказал, что надо введение читать и все остальное, мне кажется, вот именно по абзацное определение того, что здесь конкретно в этом абзаце предложение имеется в виду с самого начала, то есть даже со вступительной статьи, нужна ли она там или нужны какие-то просто вырезки, то есть именно вот въедаться в каждую, грубо говоря, предложение или абзац, самого введения, то есть там от редакции вот это вот, ну то есть сразу, я говорю, там от редакции отпускается и так вот двигается с тем, чтобы, например, по итогу действия этого кружка могла бы быть, грубо говоря, наука логики отформатирована в том виде, как мы ее изучаем, ну как минимум с перестановкой, как Михаил Васильевич говорил в конце, ну то есть вычеркнув все эти сноски ненужные, примечания, где мы считаем, где там разобрано, что откуда берется этот в нем, откуда берется положенность, откуда там в определении сущность вылазит, чтобы на все это было обращено внимание, из-за того, что люди как бы разных уровней понимания ее, они могли бы, грубо говоря, обращать внимание для таких людей, как ты, на вот, что это, откуда это взято, потому что уже там, не знаю, замыливаются взгляд, и ты не помнишь, как ты вначале это изучал, потому что я вот, например, забываю, хотя я думал, что это очень круто. А можно я скажу, что то, что люди бросают там, что-то не понимают, это не показатель, что надо что-то убирать. Я не слышал ни от Михаила Васильевича, ни от Александра Владимировича Золотого, ни у Ленина, по-моему, это не было, ни у Маркса, ни у Энгельса, что надо текст менять Гегеля. Он вот есть такой, и все. Да, говорилось, что можно не читать примечания там в начале, но не лишние прочитать. Но никто не говорит, что их надо убирать. То есть, почему мы вдруг начинаем изобретать? Математические там не нужны, потому что там, где про Бога, это еще не раз надо. Как? Про то, что как не нужны. Ну, математические примеры там не нужны. Почему? Про Бога там не надо. Я тебя уверяю, вот, большинство людей, которые говорят, что вот изучали все остальное, не могут просто в наличное бытие сделать переход. Так, а в чем Маркс собирался переписывать, кстати, но у него не хватило времени, как я понимаю. Может быть, что-то понял. Так что уже тогда, на самом деле, Маркс говорил о необходимости переписать диалектику материалистически. И, может быть, даже более простым языком. Говорить-то, может, и говорил. Ну, понятно. Ну, как бы, раз были намерения, значит, были основания какие-то для него. Давайте изучим науку логики и сделаем вывод. Надо. Кстати, вот сейчас упомянул слово «положенность». Вот это вот самое правильное, да. То есть, изучив, можно это. Михаил Васильевич говорит, что это берется с отрицанием. Но положенность, она, вот я ему говорил, что в бытие для иного там есть абзац от положенности. Несколько абзацев, где это объясняется. Откуда оно там берется, почему там, например, определение про сущность выскакивает, это никто не говорит. То, что рефлектировано в себя со снятием инобытия, вот то, что я запомнил, и понять имею, что это до сих пор значит, это, блин, в определении. И чего ты будешь там делать? Это нормально, кстати. Я вот замечал, по крайней мере, по своей работе, что очень часто встречаются вещи, которых ты не можешь понять, но ты вынужден их использовать на вот этом этапе, когда ты еще не можешь понять. И чтобы их понять, тебе нужно на вот этой основе дальше пройти, понять что-то другое, потом вернуться назад и, понимая уже вот то, что впереди, ты понимаешь то, что ты вначале использовал. Как раз таки мы здесь сидим, считаешь, что... Сначала мы не станем изучать науку логики, потому что, как я сказал, предыдущий Михаил Васильевич Попов сказал, что все это уже пройдено, и надо начинать с того места, когда началось материалистическое преобразование науки логики, а именно материалистическое преобразование учения о понятии. И вот я считаю, и в этом как бы задумка была, и я, в принципе, могу ее логически объяснить, что начинать надо вот с определенного места, но я думаю, что мы оставим это на следующий раз, потому что если мы в подобном формате будем проводить все наши занятия, то мы далеко не уедем. Почему? Ну, потому что я думаю, что у нас довольно много полемики, а надо бы все-таки двинуться в изучении. Мне кажется, полемика, исходя из того, что есть какие-то моменты, которые обсуждены не на КЛГД или где-то еще. Вот, я думаю, что... Но в понятии, вот сейчас КЛГД идет в понятие. Там много людей могут зашарить вот именно про это понятие. И там уже идет материалистическое объяснение. То есть еще и здесь вывести. А мне кажется, странная фраза «все уже пройдено». Но кем пройдено? Михаилом Васильевичем лично? Вот мной, например, не пройдено. Я думаю, что... Я думаю, что раз здесь все собрались, то ими тоже. Следующее замечание, значит, по плану было и такое суждение о том, что мы работать будем по тому плану, который, скажем, уже выработан, но при этом мы будем возвращаться к тем местам, которые непонятны. Есть такой принцип в диалектике вот этого штудирования, да, то есть надо немножечко отойти назад, чтобы потом двинуться вперед. И для того, чтобы понять вот это материалистическое преобразование, о котором вот сейчас уже точно скажу, мы будем разговаривать в следующий раз, надо немножечко отступить. И вопрос вот задам тогда следующий вопрос. То есть у меня вот такие вот мысли, как бы я для себя их считаю, что это логично. Вот вопрос, а куда вот надо отступить, на какую точку, на какой один шаг надо отступить, чтобы начать не с третьей книги, а вот... Отступаем до чистого бытия. На один шаг. Вот на один шаг отступить, чтобы зафиксировать вот этот переход. Субстанцию, которую сказать. Я предлагаю начать с действительности. Вот лично сам, ты как считаешь, вот нужно как бы... Вот Михаил Васильевич говорил, что типа важнее не глубоко изучать вот эти штуки, а общее представление имеет. Вот ты как бы штудируя, ты все вместе как бы фигачишь, или ты вот конкретно... Вот лично я, до того, как я не пойму, я дальше не иду. Но Михаил Васильевич говорит, что нужно как бы... Я отвечал уже на этот вопрос. Я, естественно, прочитал, не скажу, что там 7 раз, но пару раз целиком я эту книгу прочитал. Это же имеется в виду, что ты все время этот целиком должен читать? Ну, я ее все время целиком читаю с того места, с которого мне вот в данный момент надо понимать больше. И я... Ты с этого места до конца дочитаешь? С этого места до какого-то следующего места. То есть штудировать это не значит, что ты должен каждый раз возвращаться к чистому бытию и начинать с чистого. Я не говорю про это, я говорю, что вот, например, я вот сижу в количестве, да, уже там второй год. Да. То есть, и как бы я там не помню, что там про скучность, я не помню, что там про понятие. Это вообще имеет смысл как бы не закончить здесь, как бы вот, все дальше прочитывать. А почему нет-то? Ну, потому что... Задача-то в том, что ты же как бы ты вот поставил себе какую-то границу и не хочешь за эту границу выйти, долженствование совершить. Читай целое, пойми как бы куда все это идет, потом начинай с того места, с которого тебе было непонятно. Если тебе где-то что-то непонятно, ну хорошо. Ну, просто мне кажется, что... Читай сначала непонятное, второй раз будешь читать понятное. Что единственная польза, которую я получаю, и кайф, когда я понимаю до конца. Да. Да, это так. Но ты не будешь понимать этого до конца, когда не достигнешь этого конца. Но в том плане, что если ты начал читать книгу, ты закончил ее читать. Я до количества дошел. Я пересчитывал несколько раз. ЛГД я тоже читал. Но вот как бы оно по жизни-то это вот нужно. И то есть и с одной стороны ты считаешь вот то, что ты не понимаешь, а с другой стороны ты все равно все должен прочитывать одновременно. Типа, чем больше читаешь, тем больше понимаешь. Так, потому что объяснение того, чего ты не понимаешь, возможно встретиться тебе там, куда ты еще не зашел. И у Гегеля так частенько бывает. Но вот на том примере, на котором... Это ровно то, о чем я говорю. Что я у себя на работе такие вещи встречаю. Что ты пользуешься вещами, которые ты не понимаешь, но ты вынужден ими пользоваться уже. Ну, как мы с тобой говорили про количество, да? Вот этот вот простой пример о том, что вот то, что рассматривается в количестве, это как бы развитие того, что было в качестве. И понять то, что было в качестве, проще, когда ты уже зашел в количество. Точно так же и остальное движение, если ты берешь более высокие категории, более сложные, они составлены из более простых. Так, это... Понимая сложное, ты понимаешь более простое. Если ты прочитал целиком 1, 2, 3 раза, ты когда читаешь в следующий раз, тебе проще это понимать. И ты уже видишь некоторые вещи, которых раньше ты не видел. Слова даже некоторые. Ну вот это... Я не думаю, что это какой-то секрет. Даже слова, которые ты раньше читал и не один раз читал, их начинаешь видеть. Ну, вот эти слова, прям, вот его там раньше как будто бы и не было. А в следующий раз ты обращаешь на это внимание. Ну, давайте поступим так. На следующее занятие мы запланируем вот это начало вот этого движения, материалистического истолкования. И я расскажу о том, как я это вижу. А во второй части занятия поговорим о каких-то вопросах, которые интересуют. Ну, собственно, я это уже который раз предлагаю. Я предлагаю товарищам прочитать книгу целиком. Целиком не успеют за 3 недели. Ну, начать. А во второй части следующего занятия задать те вопросы, которые мы здесь пообсуждаем. А первую часть целиком, занятия... В смысле, оба тома, что ли? Ну, целиком, конечно. Ну, это не значит, что надо там... Просто прочитать? Просто прочитать. Капец. Ну, начать это делать, просто прочитать. Неважно, сколько в это времени займет. Там не обязательно к следующему занятию, а поставить себе просто задачу прочитать. Вот хотя бы эту задачу выполнить. Угу. Первую часть занятия я расскажу о материалистическом толковании диалектики Гегеля. И мы наметим план, по которому мы будем в дальнейшем заниматься. А во второй части мы пообсуждаем те вопросы, которые всех интересуют. Ну, сойдемся на какой-то категории в порядке полемики. Значит, я хочу товарищам сделать некоторые замечания. Мы не первый год посещаем кружок любителей гегельской диалектики. Дистанционно ли или очно? Да. Ну, наверное, один раз прочитать-то можно. Можно. Пусть мы поговорим об этом через год. Мы, в общем-то, никуда не торопимся. Я сказал, и я думаю, что мы на этом будем заканчивать, что обучение в кружке любителей гегельской диалектики ведется уже 10 лет, зафиксированное на видео. А вообще изучение диалектики в том или ином составе с тем же самым руководителем, с Михаилом Васильевичем Поповым, ведется уже 30 лет. А лично он это изучает уже и 50. А лично вдвоем. Ну, у нас, наверное, большое преимущество перед нашими старшими товарищами чисто возрастное. Что у нас, наверное, 10-15 лет есть. Хотя... Деменция. А? Я думаю, что наука логики спасает и от этого недуга. Да. По крайней мере, мы видим. Если вот в таких вот масштабах брать, ну давайте начнем это там. Ну, вернемся мы через год к тому, что скажут, ну все, я прочитал. Хорошо.